Атомпарк готовится к капитальной реконструкции. Ранее именно эта зона первого микрорайона была выбрана горожанами для приоритетного благоустройства. А позже дизайн-проект, подготовленный архитектурным бюро из Москвы, при финансировании Росэнергоатома, выиграл грант в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Мероприятие проходило в конце февраля 2020 года в Тюмени. Город Зеленогорск, Смоленская область. Началом реализации проекта обновленного Десногорского парка можно считать совещание рабочей группы 14 января. В здании администрации были намечены текущие точки приложения усилий для сдачи объекта в срок. Наступил 2021 год, в течение которого, даже не полностью, а до сентября месяца, мы должны в полной мере реализовать наш проект благоустройства атомпарка. В результате конкурса в конце 2020 года стал известен исполнитель первой части работ. Это компания из Курска с более чем 10-летним опытом работы. Более того, организация имеет опыт реализации проектов, которые технически схожи с атомпарком. Возможно, начинать даже в зимний промежуток демонтажной работы, работы по прокладке сетей инженерных. Но как только пройдут хотя бы снега, вот эти у нас там сойдут. Строительная площадка на территории атомпарка будет организована уже в ближайшие дни. Выполнять работы планируется штатом 60 человек. Участники встречи договорились о готовности быть на оперативной связи по ходу строительства. Окончательный срок сдачи объекта – сентябрь нынешнего года.